სადახლო ერთ-ერთი უდიდესი სოფელია მარნეულის მუნიციპალიტეტში. 13000 მოსახლე, რომელიც სადახლოში ცხოვრობს, ძირითადად სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული. აღნიშნული სოფელი მდებარეობს სომხეთის საზღვართან. Гайрос Калта организации, Калта Саинформация Центрса да Фонди Тасос წარმომადგენლები ჩავიდნენ სადახლოს მეორე სკოლაში. Შეხვდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და ესაუბრნენ შექმნილ სოციალურ პრობლემებზე. Აღმოჩნდა, რომ რეგიონში მცხოვრები ქალების ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ სოფელში არ არის საბავშვო ბაღი. Სოფელს წყლის პრობლემას გააჩნია. Სასმელი წყალი, რომელიც დღის განმავლობაში მხოლოდ 2 საათით მიეწოდებათ, მათ სასმელად უვარგისია. Მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევის პროგრამების შესახებაც. У нас проблема отделения вообще с питьевой водой, подача очень слабая, летом вообще можно сказать во многих частях села вообще не бывает воды. Мы ходим по соседским дворам, у кого есть свои собственные колодцы, оттуда носим к своим домам воду. Но представьте это положение летом, сколько можно принести воду, чтобы обеспечить семью питьевой водой. Еще у нас проблема с детским садом. Вот у нас есть молодые педагоги, которые работают, и некому оставлять своих детей дома. Когда идет дождь, вообще очень трудно. Многие до школы добираются в сапогах, потом меняют обувь. В общем, очень большие проблемы с дорогой у нас. Я думаю, что это так, как это приграничное село. Здесь все так должны быть очень хорошие дороги. Это же символ государства. Граница – это символ государства. И я думаю, что вот в ближайшем будущем, если здесь будет питьевая вода, вот рядом течет у нас большая река, просто вот надо как-то организовать подачу этой воды, очень большой воды, в село. Если в селе будет вода для орошения земель, думаю, что многие проблемы устранятся. Потом питьевая вода, считайте, что тоже не хватает. Дороги не асфальтированы. Хотя вот, я думаю, что можно на сегодня пока что асфальтировать хотя бы 2-3 центральные дороги. Потому что, например, только в нашей школе обучаются 956 детей. 100 работников у нас. Это считайте население одного села. И вот весь этот народ приходит в школу по центральной дороге. А после, вот сейчас идет газификация села, считайте, что дети вообще не могут ходить в школу. Очень большие проблемы. Хотя бы временно сделали бы эту дорогу, хотя бы одну-две дороги, центральные дороги сделали бы. Гайрос Калта организации инициативы Калак Марнеулши гаихсна саконсультация саинформация центры, რომელიც юридиул консультациებს უწევს ადგილობრივებს. Там, не знаю, документами, если какие-то проблемы у вас с пенсией, если какие-то проблемы, или если вам нужна просто информация о государственных программах, которые и касаются вас, потому что вы живете здесь, да? Калак Марнеулши. Русавелის ქუჩა 51-ში გაიხსნა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის იურიდიული საინფორმაციო ცენტრი. ჩვენი პროექტის მიზანია დავეხმაროთ ეთნიკურ მცირესობების წარმომადგენლებს, გაუწიოთ მათ იურიდიული დახმარება, ვიყოთ წარმომადგენელი სხვადასხვა ორგანიზაციებში, სასამართლოში და დავიცვათ მათი უფლებები. Данном проекте я работаю уже в двух общинах. Это община села Армагедло и община села Садахло. И моя роль в этом проекте заключается в том, чтобы я помогала этим общинам, группам взаимопомощи, для того, чтобы они получали ответы на вопросы, которые их интересуют по собственной деятельности, по деятельности группы взаимопомощи. На сегодняшней встрече мы говорили с людьми, с присутствующими на встрече, о том, что очень важно их собственное участие в разрешении их общинных проблем.